О боже! Что такое? Ловушка. Отец! Что за фигня? Уходи отсюда! Вау! О боже! Ну, офигенно! Руна, ты ее видел? Вы кто такие? Я вас не звал! Ах ты, ублюдок! Эгэгэй, здорово, бро, ты на канале ФГТВ, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с тобой God of War. Мы с вами в какой-то гробнице этого Тутанхамона, нет, не Тутанхамона, давай посмотрим реально, где мы с тобой находимся. Так, Мидгард, регион берега 9, господи, а где мы? Я уже забыл, где мы, ну короче, какая-то гробница там, идем, короче, мы в прошлой серии, если, короче, не смотрел прошлую серию, то смотри обязательно. Мы туда открыли что-то. О боже. Ух, нифига себе. Так, сюда. Ага, понял. Сюда, чел. Не достал. Сюда, чел. А вот сейчас достал. Красиво. Красиво. Сюда, чел. Ой, хорошо, я разрываю. Отлично. Господи, как же громко. Красиво! Боже, кто это там? А, кошмарики? Сюда, кошмарики, я вас люблю кидать. Сюда. На, лови, драгур. А где еще кошмарик? Так, там кто-то атакует меня. Сюда! Кидай! Давай, быстрее, идем, оглушаем, добиваем. И кидаем вот в этого. Так, кто меня сзади там бьет? Ух, разрываем. Боже, что творится, а? Чуваки. Что, блин? Сюда! Вот так новый удар, да. Стреляй! Ой, там кто-то оглушен, еще идем добиваем. Боже, а что у нас так много? Что их так много, а? Так, кто сверху? Сюда! Сюда! Да блин, дотянуться не могу до них, а? Стреляй, Атрей! А мне стрелы, Атрей! Да, красава! Бах! Красиво, стреляй! Ума-турма! Так, сзади кто-то меня, Ума-турман там. Где Ума-турман? А, там еще кошмар, я понял. Иди сюда, кошмарик. Не-не-не. Сюда! Кидай его! Ой, красиво, так, пошли того добиваем. Да боже, как ты меня догнал? Ага. Так, этого бьем. Так, уклоняться, да, не забываем. О боже, я уклонился, ты как мне попал по мне? Так, что, последний? Сюда! Нет, это бесполезно. Я понял, я просто решил щитом их немножко подолбасить. Все что ли? О, бестинарин обновлен. Так, если в него бросить топор, он замерзнет и упадет. Я могу оглушать их стрелами, чтобы потом их добивал папа. Если они схватят оглушенного кошмара и бросить других врагов, будет большой бабах. Классно. Это не важно. Для тебя важно. Классно ты придумал, Трей. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Так, вы про... Это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшок. А, горшок, то, что я разбил. Да-да-да, в предыдущей серии. Так. А, чё делаем-то? Так, я, по-моему, сюда, да, вот принёс? Одну штуку, второе да. Второе кольцо наверняка поведёт себя, как первое. Надо поймать ветра. А где его ловить? Так, мы пришли сейчас отсюда. Будь готов! Что такое? Эй! А чё вы откуда бьётесь-то? О, пошли добиваем. Умерло. Да, так. Я не понял, какие ветра, чё мне ловить, куда идти вообще, чуваки. Поймал. Ну, допустим, вот в это таки брошу. Что дальше? О! Реал!
Реал Мадрид. А тут что делать? Я хочу учиться. Ага, мне нравится быть богом, а мне может понравиться. Понял. Так, малой, подожди. Ага, и два забираем. Оп-оп. Они оба исчезают. А, тут сундучара. Ага, побежали. Ага, вижу сундук. И даже где-то одну я забрал, видимо. Ага, закрыто. Подожди, подожди, а где мне взять значочек? Ну окей, один я, допустим, нашел. Так, не, ножи возьми. Один я нашел, где еще взять? Тут, блин, все еще, знаешь, что этот? А, подожди, погодь, погодь. Там вот прохода нету за этим. А, во! Иду! Видал чё? На! Офигенно! Прикольно! Так, ну это вы хорошо придумали, а дальше-то чё? А, вот ещё, да? Так, берём топор. Тут чё у нас? Во! Всё, всё, я всё разгадал, чуваки! Всё, все печати сорваны, пошли! Ну все, наконец-то могу забрать этот сундук, чуваки. Так, что дадут? Еще яблоко. Второе. Второе из трех. Хорошо. Так, ну теперь надо как-то... Вот так, чтобы они вдвоем... Ага, почти. Бежим, 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 бежим. Ой, отлично. Фух, ну все. Так, теперь надо идти сюда. Что здесь делать? Допустим, вот это я могу заморозить. Еще проходы. Понял, иду. Ага. Я боюсь смотреть. О, удачи. Боже. Очуметь. Ну, я сюда, допустим. Ага. Прошел. А я подумал, те пилы были страшными. А наверху ничего нету? Ну все, ладно, непонятно. Так. Что здесь? Мы здесь можем открыть проход. Еще один, да? А, вот как это срабатывает. И мы должны сюда принести. Так, а что тут прочитают, Рэй? Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Я помню, да, тут, короче, какая-то загадка сейчас будет. Они, да, один должен поймать солнце, другой луну. Ну, вот это, наверное, соответственно, луну. Потому что он серебристый, а вот это солнце, да? Угу. Ну, для начала, ну, чтобы это сделать, надо мне сначала сюда Ветрахель принести. А так, ну, пошли искать Ветрахель. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Да как-то фиг его знает, чувак. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели. Может, это... Так, а где мне брать Ветрахель теперь? А? Оттуда? Откуда я пришел до этого? Так, вот сюда нам не нужно, да? Не вижу очередной ловушки для... Ветрахель? Может подняться на балкон для лучшего обзора? А как подняться? А вот здесь? Давай поднимемся. Спасибо, голова, нифига себе ты подсказываешь. Боже, 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 что там падает уже? Ну все, валится. Так, ага. Ага, здорово. Ко мне! Да вкусный на этих кошмар сейчас! Хорош! А кто-то стреляет? А, это кошмар. Эй, кошмар! Вернись! Кто? Ты чё, блин?
Сюда, иди. Уничтожа. Все. Да ты умрешь, нет. Все? Кто там? Сюда. А, вон кошмарик лучше. Да-да-да, понял. Кошмарик, а мне. На. Ух, красиво. Блин, как мне нравится их пулять, чуваки. Что, еще? Еще кошмар. Сюда! И ты сюда! Чё там делаешь, Алёшка? А? Чё ты свой меч поджёг? Я сейчас тебя пукан подожгу! Всё, что ли? Как круто! Да не говори, я сам в шоке. Так, что делаем дальше? Без сценария обновлён опять? Так, зарядив, они пускают ударную волну, у них мощный удар, но если уклониться, то их можно избежать. Да, естественно. Их можно на изи просто перебить. Давай, читай, Атрей. Еще без сценария. Одним броском папа ранит их дважды, когда кидает и когда возвращает топор. Ага. Мысль быстрее ветра. Хм, может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Добавлена легенда. Мысль быстрее ветра. Здесь Тюр испытывает наш разум. Смотри, ловушка для ветров. Ага. Вижу. Хоп сюда. И хоп сюда. Да, пусть она крутится, я ее там снизу подберу. Ну да, умно. Реально. Ну это не сложно. До этого не сложно было догадаться, чел. Че это сундук? Похоже, сундук что можно брать, но он нифига не берется. Так, пошли смотреть, что дальше еще тут. Нифига тут вот эту фигню все уничтожаешь, сколько тебе серебра дают. Ой. А, нет. Да, видимо, там я просто уничтожу то, что нужно было уничтожить. Ладно, поехали вниз. Тюра все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Так, нам надо вот сюда. Значит, отсюда надо... А, вот оно. Вот он и ветер. Хоп. И побежали теперь. Энергия ветров в Хевеле. Кидай! Отлично. Так, что дальше? Рунный камень! Опускается! О боже! Что такое? Ловушка. Отец! Что за фигня? Уходи отсюда! Не уйду! Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Ага. Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хачи Серебряный гонится за Луной. Сколь Золотой гонится за Солнцем. Когда они съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, Солнце направо. Луна налево, Солнце направо. Но какой рычаг тянуть? Что делать? Средний рычаг. Давай. Левый. А, вот как управляется, ага. Средний рычаг. Надо по порядку. Луна слева, Солнце справа, Мидгард посередине. Тяни правый. Средний рычаг. Луна слева, Солнце справа, Мидгард в центре. Блин, а как эту фигню убрать? Средний. В центре. Ладно, я понял. Давай, луну. Поднимай. Средний. Быстрей. Луна, Мидгард, Солнце. Луна, Мидгард, Солнце. Правый рычаг. Все правильно? Получилось. Да. Ну это изи загадка на самом деле просто. Утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Чё? А чё делать? Я фиг его знаю, чувак.
Я ничего не могу, это катсцена. Куда нас повезли? Мальчик, останови эту цепь! Да! Я не знаю. Я знаю, что делать. Чё? Её нож? А как ещё? Давай! Не вышло! Почему не вышло? Сейчас выйдет, нормально всё. Да, нормас. Фух. Её нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Молодцом, да. Блин, хоть мои вещи не пропали. Нет, все на месте, Трей. Ладно, твой нож не так страшно. Ну, на самом деле, это не твой нож, это нож матери, конечно же. Но, окей. Так, что сделать? Что здесь? А, сломать надо, окей. Ух, вырвались. Так, и что там упало? Заберите черную руну. У нас все получилось. Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О нет, защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. А, защитная руна Фрей, которая она у нас, ага, на шее вот это оставила. Ну, кстати, мне показалось, и из-за этой... Вот она, мы ее нашли. Из-за этой как раз-таки ее руны Кратоса, наоборот, и окутала эта фигня. Ага, ножа-то теперь нет. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа. Смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Круто. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Круто. Дрейва. Но мы забрали все, что хотели, да, отсюда? Пусто. Что? Стой! Вау. О боже. Ну, офигенно. Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен. Пепельный Грендель. Хорошо. Ах ты, Грендель. Вонючий... Что? Это что было? Гендальф! Два Гендальфа! Ага, этого надо... Ага, понял. Два Гендальфа вонючего! Давай сюда! Умирайте! Что ты орёшь? Что ты орёшь, чел? Вообще похуй.
Нормас, нормас, все, не переживай. И главное, стреляй, Трума, делай там. Трума, Трума. Ой, тихо. Дарсил, быстрее, валим. Ой. Блин, того нельзя, получается. Это можно? Да, сначала этого, наверное. Да, нормально. Так, промахнулся, окей. Ладно, ты, раз ты хочешь, давай. А ну-ка, давай ему в голову. Кидай! Эй! А ну-ка, верни его. Да, вот, да, вонюк. Вонючий. Ой-ой-ой. Вот я использую, чуваки, использую. Как вы меня и учили. Эй, он восстанавливает эту хп-шку. А чё за фигня? А? А почему он хп восстанавливает? Что-то нам... Я берегусь. Почему он хп восстанавливает? Алло! Я не понял! Давай! Они хп-шку восстанавливают, как их убить? Что происходит? А, нет, убил. Одного убил. А что это? А, камни вот эти, да, взрываются они, оказывается. Все понял. Где он? Так, вот этого надо топором валить. Да боже, я уворачиваюсь, какого фига? Все, умер? Фух. Гендальф вонючий. Ну и громадина. Не-не-не, мне надо вот это все забрать. Видал я и побольше. Так, бестинарий обновлен. Ух, пепельный Гендальф, блин. Наверное, он был братом того второго Гендальфа, или прозвище пепельный почетный титул, принятый у огненных троллей. Так мало мы знаем об этих существах. Но, думаю, самое главное нам известно. Все они хотят нас убить, а потом их надо убивать первыми. А потому, по крайней мере, так считает папа. Да, конечно. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Мне, говорит, развернуло. Так, подожди, в какой стороне добавлен новый бестинарий какой-то? Инистый Грендель. Инистый Гендальф – легендарное существо. Даже мама считала его мифом. Говорят, что он был сильным, самым сильным и грозным из всех каменных троллей. Имени Енистый. У них удостаивается только самые почетные и уважаемые воины. А теперь он мертв. И по делам. Нечего было нападать на нас. Ха-ха, действительно. Так, покиньте хранилище Тюра. Так, куда? Туда, да, двигаем? Ну подожди, я тут все собрал, получается, все же забрал. Сундук мы забрали. Вот это вот, что это означает, наверх? Как будто что-то здесь еще есть, но... А, где-то я сундук видел, кстати. Где я видел? Вон он, сундук. А, и вот что от этого Пендальфа. Сильная руническая атака. Посмотреть, да, давай посмотрим. Окей, у меня вообще никого нету. Конечно же, надеваем. Так? Да, отлично. Угу, так. Это что? Пламя хаоса, легендарный предмет. Небольшой огонек, не имеющий источника, но... Так, это у нас клинки улучшают же. Да, точно. Ну, отлично. Уже второе пламя хаоса мы нашли. Да, второе. Окей. Давай, тут еще сундучок забираем. Тут что дадите нам? Дадут нам невесомые рукояти защиты. Редкий пример рукояти для клинков. Угу. Окей, так, что дают? Минус 6 руны, минус 10 удача. Зато защита плюс 10. Ну ладно, давай наденем, фиксим. Так, а что это за... А, вон еще, смотри. А ты видал? А
А ты видал, что там сундук еще один? И проход какой-то. Он ведет от... А, это вот же, где волк? Где волк? Нарисовался еще один сундук. Что? Что за читерство? Это нам надо сюда вот вернуться. Вот сюда. Да? Ну да, вот эту фигню заморозить. Угу. Так, сейчас еще дождаться, да. Угу, сюда. И вот, видал, сундук появился. Офигенно. Как это так? Вот, шути, пожалуйста. Редкий предмет чары. Камень мудрости огня. Офигеть. А там больше ничего нету, точно? Нет, вроде бы нету. Так, а ну-ка посмотрим, что за чары. Так, это навыки, броня. Где чары? Так, тут талисман. Камень мудрости огня. Ну-ка, ну давай сюда посмотрим. Камень мудрости огня. 5 уровня, плюс 5 руны. Так, живучесть, ага. Вот, вот это защита не... А, ну мне это надену. Ну ладно, камень мудрости огня такой себе. Я не буду, наверное, его брать. А почему, когда я бегу, у меня... Смотри, начинаю бежать, у меня... Кто-то это... Что-то летит за мной. Что за фигня? Так, ладно, все. Надеюсь, тут уже больше ничего нету. Как мне отсюда выбраться? Все, забираем. Валим отсюда, чуваки. Все, наконец-то можем идти. Вот, я бегу, видал, и от меня какой-то этот... Какие-то штуки исходят. Так. А тут что, куда? Наверх. Стрелочка. Все, песочек давай нажимай. Трума! Да не Трума, а вот. Не Ума Турмана, а вот это вот. А. Йорф. Все, Йорф. Ну это лифт, короче. Все, мы должны вернуться назад. Я так и не понял, кто вызывал мирового змея, чуваки. Наша цель так близка. Сядь. В предыдущих сериях. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Блин, ну он же как же еще маленький, вино пить-то. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Эй, малой. Чуть-чуть. Слишком маленький еще. Сразу все разбивай. Родина. Остров Лемнос. Оба-на. Что, нас прямо на самый верх поднимут? Серьезно. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Всяких. Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы угу. Достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Ну правильно, яблоко от яблони. Готов. Далеко готов. Не падает. Идем. Так, а куда теперь голова? А мне понравится быть богом.
Не, реально, вас все не интересует, кто... Черная руна выполнена. Опыта нифига себе навалили, 7000. Итак, идем, куда хотим. Вернитесь делаем, назад через хотим. Башню. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. То есть нам надо вернуться назад? Подожди, а кто вызывал змея? Мы можем сейчас змею позвонить, интересно, нет? Он дома? Нет, змей! Давай позвоним ему. СМС-ку отправим. Не стоит без причины беспокоить Йормунганда. Ну да, он дома. Сидит, что-то чай пьет. Ну понял, у тебя голова, ладно. Как скажешь. Видимо, не надо его лишний раз беспокоить. Вдруг он в роуминге. Окей, блин, и мне вот туда вот хочется за ледник вот этот сплавать. О, нифига там вот эта капля. Вижу. Да, вода вообще исчезла, да, офигенно. Окей. Так. Еще имя. Рота. Еще одна валькирия. Свет мира, зажженный уровень. Но кто вырезал их на светильниках Тюр? Так, зажженные жаровни. Зажгите жаровни Тюра на башнях миров. У озера. Окей. Ага, это имена валькирии, видимо, да? Смотри, вот он, ворон. Вот его отсюда можно попасть. Ох. Прикольно, смотри, вот туда могу пойти. Отсюда ворона может... Смогу я убить, а? Как вы думаете? Почти. Фиг там. На, ворон! Умри, нет. Это нереально. Чёрти, отсюда попасть по ворону просто нереально. Да? Да, тут не долетает, мне кажется. Только откуда это делать-то? Блин, ну вот сейчас, мне кажется, почти. Если вот так. Сейчас он будет лететь. Смотри, летит, летит, летит. Летит, летит. Пора! Ох! Что там за дело даже? Ну ворона, по-моему... Это ворон, что ли? Да, искры полетели. Да! Просто офигенно! 15-й ворон из 51-го... Господи, как же это все сделать? Так, ну ладно, идем дальше. Чё это я стою, застрял? Что я бог. Так, интересно. Помнишь, мы вот тут вот этих вот вытаскивали? Можем мы их с ними сейчас сразиться? Тебе придется хранить нас. У меня же есть вот это оружие. Так, это что? Я же говорил, нам нужен ключ. А. Так, это ты читал. А это? Читай. Ладно. Прочитай. Я могу прочесть. Тут давай. Сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Суртра. Добавлена легенда, еще одна. Муспельхейм, перчатка Суртра, древний мир огня. Теперь, получив руну странствия, мы можем в любое время отправиться на встречу новым испытанием. Название? Вау, прикольно. Или серия испытаний. Так, ну что, Трей, давай, короче. Как юный бог не знает страха. А, подожди, давай прокачаемся и попробуем все-таки вызвать этих. Так, пошли смотреть, что, ножи. Что я еще тут не покупал? Удержите РБ для проведения... Ага, вот это давай купим, пожалуй. Так, вот это что? Тоже можно купить. Увеличивая объем жара, получаем при каждом успешном... При каждой успешной атаке. Так, Атрею. Атрею вроде бы я все скупил уже, чуваки. Давай тогда вот здесь купать. Так, здесь у нас что? Сражаясь голыми руками, удержите РБ, чтобы сбить. Давай. Нифига себе у меня опыта. 25 тысяч, вы что, серьезно? Так, сражаясь голыми руками, удержите РТ, выполни удар, чтобы нанести умеренный урон. Окей, делаем. Это что? Нажмите РТ после атаки правосудия стража, чтобы... Угу, класс. Прокачиваем. Вот это что? Смените стойку на мгновение и узнаете... Ага, после приняв вот стойку РБ, чтобы провести мощный апперкот.
О, круто. Круто. Давай вот этот берем. Так, дальше что? Вот это что такое? Смените стойку, а потом РТ нажмите. Мощный удар щитом. Тоже круто, тоже беру. Походу я тут тоже все круто. С разжигаемыми руками нажмите РТ во время бега, чтобы использовать. Угу, класс. Покупаем. Так, сражаясь голыми руками, нажмите РБ во время бега, чтобы... Класс, бампер. Так, это что? Выполняю уклонение в рукопашке. Тоже класс. Так, ну ладно, наверное, для начала хватит, чуваки. Ну что, пробуем? Давай, вырываем, мы тут сейчас должны идти, да. Так, дерево. Их двое. Ого! Ой-ой-ой! Тихо! Нет! Жесть! Брат, держись! Жесть, хпшку отнимают, конечно. Не, ребят, походу мне еще рано. Стреляй, Крей, стреляй! Да блин! Ты посмотри, что! Да, сдох! Не-не-не, это нереально! А, он... использовал это? Ну нет, нет, ты видал, сколько я ей отнимаю? Давай, попробуем. Ой-ой-ой, не то. Тихо. Иди сюда. Да блин, бесполезно. Да боже! Вот они валят меня, чуваки. Они хп жестко отнимают. Да блин, нереально. Я вообще не понимаю, сколько они мне там хпшки отнимают. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Да блин, мы не врем, мы просто зачем рассказывать прям все? Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти... Одигном. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. Сумасшедший. А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа — хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Одно и то же, да? Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертей. О боже, пацан. Держи себя в руках. Обидно. Что-то погода меняется. Давайте лучше делом займемся. А что с погодой? А? Неужто это Тюр со своими братьями? Кто там? О боже. Да вы что, серьезно? Откуда ты взялась? Брат, слева! О боже! А, еще и волки! Да вы че, господи! Откуда они взялись? Стреляем справа! Да! Сейчас. Осторожно, сзади. Все нормально. О боже. Иди сюда.
Да блин, дай мне схватить эту какаху! Ну ты классно, ты обезьяна, ты вонючая! Ну ты пизда! Вот же достала! Еще одна макака еще! Да, они меня зажали, я на них не могу! Иди сюда! О боже! Что за фигня тут происходит? Дайте отойти вообще! Эй, я уклонился, как это? Да блин, я не понимаю, что это, я вроде уклонение нажимаю. Умри, нафиг! Осторожно, сзади! Уклоняйся, уклоняйся! О, пошли, 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 залазим! Господи, ох и да просто, что-то я вообще разучился на этим топором. Давай! Умирай, блин! Умирай! Умирай! Добивай его, кажется! Почему он меня топором не добивает, а? Кто там? Все, что ли? Блин, не говори, вот же достали просто. Бестинарий обновлен. Свирепый оборотень. В оборотень настоящего на четвереньках очень трудно попасть. Надо все время быть начеку и не раскрываться для ответного удара. Так, куда теперь? Да блин, я еще не изучил ничего. К Синдри надо обратно. Синдри, кое-что давай. Тебе может не понравиться. Так, улучшение клинков хаоса. И улучшение когтя, да, когтя доступно. Так, клинков хаоса. Рукоятки. Так, вот клинки. Угу, давай улучшим. Отлично. Так, закрываем. Хорошо. А, пошли коготь. Закрываем свирепо осталь. Да, давай улучшим. Хорош, коготь еще прокачали. Так, дальше. А, улучшено до максимума, прикинь. Колчан когтя. Недостаточно золота. Блин, да. Рукоятки для клинков. У меня сейчас вот эти выбраны. Угу. Ну, в принципе, ладно. Так, талисманы. Талисман жизни. Вот, золотой талисман защиты, смотри, неплохой. Но мне золота не хватает, золота нет. Так, ладно, нагрудная броня. Что, новое что-то появилось у тебя? Дымящийся уголек я так и не нашел. Мифическое плечо защиты. Смотри, сколько серебра надо. Нагрудник путника. Но он что-то слабее всего. Пятого левела. У меня сейчас какая? Нагрудная броня. Четвертого левела плюс. Да, четвертый левел плюс, а там пятый левел. Так, ладно, тут что? Купить чары. Угу. Ледяной холодок. Дымящийся холодок. Вот уголек где покупать. А, нет. Это ледяной осколок Хродра. Это покупать за дымящийся уголек. Фига себе. Символ угрозы. Живучесть плюс. Не, ну я не буду создать легендарные чары. Зачарованного порошка у меня нету. Ресурсы. Ну тут покупать все можно. Замерзшее пламя. Чешуйка мирового змея. Тоже, короче, ладно. Продать, что я могу? Может, вот это все попродавать, чуваки? Я вот этим не пользуюсь. Надо ли это продавать или нет? Я чуть не понимаю. Наверное, надо, да? Нафиг это таскать? Давай продадим. А оно стоит все какие-то копейки там просто. Нафиг я это таскаю все. Третьего уровня. Оно все равно все слабое уже. Окей. Ресурсы. Ну, ресурсы я не буду продавать. Стопудово. Так, что купить? Броня для рук... броня... Нагрудная броня, да. Но все равно не хватает. Не хватает, 37 тысяч надо. Ладно, понял. Прокачивать, наверное, тоже не буду. Блин, я не понимаю, там ворон сидит. Такое ощущение, что он... Его надо убить, нет? Видишь, он улетел. Он так слишком орёт. Может, какая-то секреточка какая-то, нет? Ладно, пошли, что здесь?
Ну, здесь мы вроде все собирали с вами. Я не думаю, что здесь что-то осталось, что мы не собрали. Да, мы же все тут собрали. Да, едем, короче, на этот. Все, поехали. Нам надо вот в эту... А, кстати, да-да-да, я помню, там сундук, чуваки. Помните сундук? Пошли. Вспомнил, да-да-да. Что ты орешь, блин? Так, вот я не помню, по-моему, сюда надо подняться. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горько. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Ага. Она не богиня. О боже, идите сюда. Сюда. Да, блин. Ага, тут со щитом. Так, а как щитовика бить? Умер? Загорелся. Так, подожди, а нам куда? Ага, тут сценарий обновлен. Ага, так, часовой разбойник, скитальца, блокирую после любой атаки, пробить блок с помощью лишь этой возможности. Ага. Нет. Так, здесь у нас комната. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини, и ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно, неси ее сам. Ага, это у нас наверх. Так, нет, нам не сюда, чуваки. Так, сюда надо нам принести ветер Хеля. Но где он? Я уже забыл. Вот, по-моему, вот здесь. Да, вот тут сундук. Но нет, 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 это не то. Не то место, блин. Все, нашел. Вон он, видали? Но я до него достать не могу. А, нет, достал. Достал, бежим. Ага, вот сюда. Отлично. И отсюда опять забираем. И бежим, 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 бежим. Хорош. Отлично. Да, сундучару еще одну открыли. Так, и еще там где-то был сундук, но я не сюда пришел. О, самобороническая атака. Ну-ка, давай посмотрим. Взрыв Гефеста. Ох, нифига себе, пламя, смотри. Урон не такой большой. Ну, не знаю, вот это мне больше нравится. А если ее еще прокачать, улучшить, прикинь, она сколько будет. Давай прокачаем еще, допустим. О, улучшено. Ага, еще могу улучшить на третий уровень, офигеть. Тут не знаю, надо, не надо. Не, пока не буду, наверное, прокачивать. Ну да ладно. Так, все, теперь я понял, нам не сюда надо было. Ну, все равно мы здесь вот этот сундук взяли, да, это хорошо. Так, топор заберем. Но нам надо было вон туда. Сейчас я покажу, куда. Вниз спускаемся. И идем к колесу. Вроде бы, да? Так, я тут могу спуститься, да? Вот, колесо, а потом вон туда направо. Вон там, видишь? Вон там еще один проходик. В смысле, я не понял, что колесо сломалось, я сказал? Вот, видал колесо? Вот. Ага. Все, теперь берем. Кидаем. Забираем. Офигеть. Уже надо и то, и то. О, это что такое?
Легендарный предмет чары. Повышение скорости накопления вечной мерзлоты или, или жара на 7% суммируется до... Ого. Или жара. Не понял, но очень интересно. Так, и здесь вот сейчас сундук. Бах, взрывается. Так, подожди, я... Чё? Навыки, так. Подожди, броня. Это чё было? Не талисман. Смотри, талисманов так у меня и нету. Какой-то вот этот простой 4-го левела и всё. Так, подожди, здесь что-то там, печать оружия, вот это что ли? Контроль энергии, да, сила. Повышение скорости накопления вечной мерзлоты или жара на 7%. Угу. А сейчас у меня высокий шанс получить благословение защиты. Блин, благословение защиты или печать оружия. Минус 2 защита, минус 6 живучесть. Блин, вот это получше, мне кажется. Давай вот это возьму. А 4-го уровня, что ли? Нет, это 5-го. Все отлично. Так, еще один сундук. А забираем. Прочная сталь. Все. О боже. Я забыл. Прости. Зашел в эту дерьмо в это. Так, что ты сказал? Колесо не работает? А, ну вон где встало. Да вы серьезно? Мне опять идти туда? Вот же жесть. Опять весь этот путь надо проделать. Вы что, издеваетесь? Там через гору я шел, там же очень долгий путь. Ну, окей. Видимо, игре так нужно. Так, нам направо тогда получается, да? Да, нам направо и сейчас налево сразу. Да, вроде бы сюда. Окей. Значит, нам надо, чуваки, подниматься вручную опять. Ну вот погода испортилась, что-то нас ждет там впереди, по-любому. Не может быть, чтобы все так было гладко-сладко. То ли Бальдер там нас ждет, то ли кто-то еще. Ну и жесть какая. Ну да, кстати. Опа-опа. Кто? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нафиг! Кто? Ой, хорошо. А как его закрыть? Хорош, хорош, хорош. Все нормально. Какой... Да можем, можем. Откуда вы появляетесь? Кто? Кто вас вызывает? Порталы эти вонючие. А? Что за фигня? Истина ревнули. Выводок, они могут нас отравить, и их атаки в прыжке особенно опасны. Ну это да, какие-то без сценария обновлен. Выводок, вот этих существах почти ничего не знаю. Оба-на. Чердейская накидка какая-то. Первого левела. Вы издеваетесь? Нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Этого исключать тоже нет. Пути Одина скрытные, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Подожди, а как... Но я до этого достать не могу. А Трей тоже не попадает, балбес. Ого. Че это? А, я нажал и удержал. А как забрать там, чуваки? Туда как-то проползти же надо, да? По-любому. Как забрать тот сундук? Что за загадка такая, что я не понимаю, как ее решить?
Где-то спуститься надо, и там как-то подняться надо, нет? А? Смотри. Что за фигня? А! Боже, вы серьезно? Это можно было разрушить? О май гад, вот это я пипец туплю. А это что еще такое? Слабая руническая атака. Угу, что она дает? Да не. Ну не-не-не, вот это моя... Я бы ее даже прокачал, вот это офигенно. Мне нравится она. Так, недостаточно. Так, пошли навыки посмотрим. Я, кстати же, и прокачал сейчас этот. Давай посмотрим. Так, выполняю уклонение, нажмите так, чтобы нанести удар с разворота. О, хорош. Прокачиваю. Так, это что? Нажмите РТ во время бега, чтобы подпрыгнуть в воздух. Ага, хорош, беру. Полторашечка. Выполните уклонение, держите РБ, чтобы атаковать всех врагов в достаточно большом радиусе. А, тоже хорошо. Берем. Так, тут что у нас? Пронзив противника в ходе атаки, копье хаоса, удерживайте РБ, чтобы... Ага. Пустить по цели волну какую-то. Ну, такое себе, конечно. Ну, да ладно. Ага, и увеличить вот это хорошо было. Ну, ладно. То есть, я теперь уклоняюсь и могу бить. И когда бегу, тоже могу бить. Да, хорошо. Угу. Так, ну все, идем. Идем дальше. Блин, не нравится мне это все. Не нравится. Что нас тут ждет? О. Вот для чего меня сюда ведут, чтобы я тут все сундуки позабирал. Старые, которые я не забрал. Блин, ну неужели мне сейчас придется через все это пройти опять? О боже! Сюда! Еще кто-то? Ой! Сюда! Все смотрят, почему ледяной! Да господи, сколько вас! Закончите сегодня? А вот и вот эта штука, может мне поехать на ней? Бестинарий опять обновлен. Ледяной кошмар. Папа может сбивать кошмары с высоты, бросая в них топор, а затем добивая. Угу. Ну это я знаю уже. Заблокировано. Все заблокировано. Ладно, короче, бежим. Бежим в эту гору вонючую. 300 метров. Оба-на. О! Видал? Кругом сундуки, которые я не забрал тогда, потому что у меня не было еще клинков хаоса, а сейчас есть. Ну, пошли. Атрей. Боюсь представить, что нас там ждет, бро. Боюсь представить. Может, помнишь, через эту гору, сколько мы шли? Там 2 или 3 серии мы шли через... Ой. Ну вот, начинается! Тоже дело рук Одина. Не попал! Говнюк. Один этот вонючий. Так, как мне тут вы забрать думаете, этот сундук? Говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Не знаю, как этот сундук открыть, чуваки. Но тут надо взорвать что-то. Но я не вижу тут, где взять взрывочку эту вонючую. Ладно, полезли. Ну да, эти балбеста, как его, Магми, Магний вот этот, Д3 Никомет, не смогли они нас одолеть, да и Бальдур не смог. Где эта фигня? Я же ее издалека видел, что она здесь была.
Сейчас я ее не вижу, прикинь. Но она была тут. Вот эта штука, которую взрывать надо. Видишь, сейчас я ее не вижу. Она где-то тут была. Так, опять тут темнота вонючая. Ну, кстати, темнота вся это более-менее испарилась. Это мы сейчас где будем? Где олень будет, да? Да. Оба-на. Ну, кто-то стоит, я вижу. Видишь? Вон. Кто ты? Тор обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Какого фига вы тут делаете? По пятам со мной ходите? Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отрей. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Опять перестал. Ты убил вопреки моему запрету. Да, перестал себя контролировать. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям. Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Вот именно, отец, говори как тебе. Скажешь. Отец говорит, значит знает. Что за пацан, блин, невоспитанный? Ратос. Какого фига? Зачем мы идем сюда? Мы что-то забыли? Молчи просто, иди. Если я хочу сюда идти, значит надо сюда идти. Понял? И вообще заткнись. Не хочу с тобой разговаривать. Еще скажи, зачем я это ломаю все? Так, ну я все понял, да, где мы сейчас теперь. Ага. Что? Это кто? Вам что надо? А че он клинки не берет? Эй. Да боже! Блин, мне кто-то звонит, ты что тут? Да, я взял клинки! Иди сюда! Говник! Ты! А, блин! Иди сюда! Брат, сзади! Да а чего он не схватил его? А? Я что-то не понял, что происходит. Ну наведись ты на него, Кратос, господи! Давай, убивай! Атрей, ну ты постреляешь, а чуть-чуть, что такое? Ты сегодня меня бесишь вообще! Наконец-то начал стрелять! Умри! Вонючая ты жаба! Круто!
просто как-то тупо я отыграл, вообще тупо. Так, а где мне взять? Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и... Без сценария, Моди. Так, проклятые Тацельворм. Их плевки очень ядовиты, но их опасно даже наступать, чтобы не дать им снам. Да, это понятно. Поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Но что он бы нас убил? Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Блин. А где кристалл брать, чуваки, а? Может, отсюда можно забрать? А. Ну да. Чё я туплю? Смотри, можно кристалл взять и туда отнести. И там прочитать легенду. Офигеть, оно так, это, кристалл так, такие звуки здесь дает странные. Поехали. Стреляй. Читай. Пойди сюда. Пойди сюда, балбесик маленький. Читай давай. Хоть на что-то ты способен. Так, добавлена легенда. Мы свидетельствуем о погребении Фьоргин из Йотунов, богини земли и деревьев. За красоту ей отплатили соблазном, за любовь изменой, а за дар жизни отняли ее собственную жизнь. Она отправится на вершину и через мост туда, где гром никогда не найдет ее. Тор убил собственную мать. Она была первым великаном, погибшим от ее руки. Что все это значит? Реально, что все это значит? Как, в смысле, Тор убил реально мать свою? И что тут происходит вообще у вас? Вы там все сумасшедшие, что ли? Так, мне вот сюда, походу, да? Да, ну... Здесь я уже все секретики все забирал. Странно. Да, прикинь, нам сейчас придется через всю гору опять пройти. Это жестко, чуваки. Да сейчас. Нет, стой. Господи. Как же ты запарил, пацан. Смотри, сам лезет и все. Что на него нашло? Он какой-то вообще отбитый стал. Вообще, вообще неуправляемый что-то становится, пацан. Уложил его. Но здесь я уже, да, все обследовал. Без сценария обновлен. Так, простым ударом два раза подряд. Ну да, это я знаю, чтобы блоком, короче, сломать, вот так надо ударить. Ну окей, идем дальше.